Бог говорит Гагарину: «Юра, теперь ты в курсе. Нет никакого разложения с гнилостным вкусом, нет внутри человека угасания никакого, а только мороженое на площади на руках у папы, запах травы да горячей железной подковы, березовые сережки, еловые лапы. Только вот это мы носим в себе, Юра. Видишь, я по небу рассыпал красные звезды, швырнул на небо от Калининграда и до Амура исключительно для радости, Юра. Ты же всегда понимал, как все это просто. Мы с тобой, Юра, потому-то здесь и болтаем о том, что спрятано у человека внутри. Никакого секрета у этого, никаких подковерных тайн. Прямо как вернешься, так всем сразу и говори, что не смерть, а яблоневый цвет у человека в дыхании, что человек — это дух небесный, а не шакалий. Так им и рассказывай, Юра, а про меня не надо. И еще, когда будешь падать, не бойся падать».